Мусай мчится к воротам соперника. Ой-ой-ой, ну что вы, друзья, делаете-то? Организовали коридор для Мусаева. Саидов Шамиль, да, конечно. Саидов Шамиль, собственно говоря, сам особо не верил, что за это дадут пенальти. А вот это разыграли на раз, два, три, 1-0, выходит вперед АЗС Нур, и есть первый мяч. Итак, Гетинов против Хайбулаева. Гетинов, 1-0, 1-1, прошу прощения, 1-1. Счет становится. Хасбулатов. Перед ним есть свободный фланг, но он будет смещаться в центр. Передача на Саидова. А вот здесь подарили мяч сопернику, и Мусаев бьет на точность. Хотел, наверное, все-таки Мусаев пробить. Возвращаем. И вот момент. Ох, как здорово здесь вручает свою команду второй номер. Удар, ох, забивает, прекрасный выстрел, дальний угол, и Хайбулаев провожает мяч взглядом. Только взглядом, и только так, отлично, сильно, со самых полезных игроков в составе Редухи. Удар, и здесь не хватило буквально. Хайбулаев мяч пропускает, и третий забивает Редуха. Сделал все здесь Хайбулаев, очень здорово для партнера, и Даниил Гетинов оформляет дубль. Безвыигрышную серию, которая длится еще с премьер-лиги. Правда, одна победа была, удар очень хороший, но вот так вот надо было Мусаеву сегодня брать игру. Джаватханов. Касанием оставляет на Хайбулаева. Хайбулаев как же здорово играет. И удар, и... Да, ну и вот на этом звучит финальный свисток. Поздравляем Редуху с победой.